привет, с вами Uncle Snake. Мы продолжаем наше прохождение Fallout 4. И в прошлой серии, в первой, мы выбрались из убежища. Ну что ж, давайте посмотрим. Так, может, здесь что-то есть полезное? Так, настольный вентилятор. Давайте возьмем, может, там какие-нибудь электроприборы есть. Ну-ка, вон там что? Готовый завтрак. Так. Письменный стол, пепельница. Патроны берем. Крышка. Оплата какая сейчас? О, труп. Оплата какая, интересная? В чем сейчас измеряются? Валюта. Так, компьютер раздолблен. Здесь ничего. Дверь захлопнулась. Хм. Так, здесь. Да, мертвецы изрядно уже исхудавшие. Видимо, 200 лет не прошли даром. У нас есть с вами задание вернуться домой. Поэтому пойдем в городок и... и посмотрим, что в городке. Тем более, мы так и на начальном этапе не успели. Не успели там ничего посмотреть в городке. Мы буквально из дома сразу побежали в убежище. А это для нас Sanctuary. Sanctuary — это наш лопата. Так, Sanctuary — это наше поселение, я так понимаю. Смотрите, там какой-то отвертка. Возьмем отвертку. Тут же все крафтится, все разбирается, все создается. Вот он. Как он кричит. Заметили опыта? Смотрите, таракан в этой ведре. Таракан в ведре. Ну-ка, давай. Да. Игра забагована, конечно. Так, дверь холодильника открываем. Что у нас тут? Фаршированные яйца ням-ням. Вишневый ядер кола. Да, возьмем, что... Так, давайте еще смотреть. Это что такое? Пустая масленка. Непонятно, какие причиндалы нам... О, стимулятор. Пакет крови. Непонятно, какие нам понадобятся открывать. Взлом замков. Перемещайте мышь, чтобы выбрать положение шпильки. Используйте А, чтобы повернуть отвертку. Если вы выбрали правильное положение, замок откроется. Если замок не поддается, отпустите А и переместите шпильку. Че, сломалось что? Зараза. А, ну. Так, давай. Вот так. Sweet. Повседневная одежда. Швабра, шпилька. Ну, шпильку мы возьмем. Повседневная одежда нам
ничего не дает. У нас комбинезон убежища дает сопротивление урону 5 и от радиации 10. Поэтому, да что такое, я все время нажимаю escape, а на самом деле швабра — повседневная одежда. Ладно, зато мы теперь примерно научились открывать чемоданы, замочки. Так, ну что, здесь ничего. Давай дальше. Что тут у нас? Сколько вообще домиков у нас? Не так уж и много. Наш дом находится на другой улице. Ну, давайте пробежимся. Может быть, что-то здесь умное найдем. А в чем прикол сидения в кресле? Т ждать. А, можно подождать, да? Понял. Так, давай, вставай. Все понял. Можно посидеть на диване, обождать, если какое-то время нам необходимо. Так, дверь холодильника, все ясно. Дома, в принципе, все типовые. Предохранитель берем, да. Все типовые дома, ничего. О, пистолетик. Так понимаю, пистолетом можно... все оружие можно модифицировать. Очень, очень удобно здесь. Так, письменный стол. Сейф. Ну-ка, давай сейф. Ах ты, черт. Ну-ка, давай еще. Да. Nice. Отлично. Гладкоствольный пистолет. Вот уже получше. Урон 13. Дальность, меткость. А у нас что? Ладно, давай заберем. Довоенные деньги, патрон дробовика, патрон калибра 38, серебряные карманные часы. Ну давай возьмем все. Возьмем все, а там уже будем... А, черт, здесь была ловушка. Охренеть. Так, благополучно я покинул этот дом. Там маленькая у меня была запарка с камерой. Что я еще сделал? Я зажарил... Так, смотрите, изолента. Комбинированный ключ. Наверное, понадобится. Я зажарил мясо. Я зажарил мясо. Рад таракана и получил чистый от собачья миска. Может взять? Пригодится же, наверное. И получил незараженное радиацией мясо. Давайте зайдем. Так, зайдем, посмотрим. А, здесь. Здесь я уже посмотрел. Включил радио, но радио. Кстати, что у нас радиостанции говорят? Ну-ка, давайте посмотрим. Можно же врубить радио. Радио Классика. Во, музон пошел. Калитка открыть. Все понял. О, нормальный музончик. Так, верстак, отлично. Отлично, верстак. Что у нас тут? Пишущая машинка. Блин, зачем я взял изолента? Вот изолента по-любому нужна. Шпилька, изолента, скипидар. Я вот так и набираю всяких хренотень. Нажимаю на букву Е и... у меня собирается всякая ерунда. Так, нам нужно, знаете, что сделать? Чуть убавить звук. Я чуть убавил звук радио. На всякий случай. А то в первой серии я как посмотрел там, как получилось. Пустая масленка. Нужна ли нам пустая масленка? В первой серии в начале так жестко играла музыка, я аж прям обалдел. Свечки. Можно на любом табурете сесть. Шпилька 2. Солнечные очки. Ну-ка, я смогу взять солнечные очки? Предметы, одежда.
Все, одеваем солнечные очки. Ну-ка, покажись. Во, ха, доктор. Здравствуйте, я доктор. Доктор Клячкин лечит даром, мажет жопу скипидаром. Так, здесь ничего. Давайте посмотрим на верстак. Значит, что у нас? Оружейный верстак. Естественно, это... Подожди, здесь я что-то... Самодельный аккумулятор возьмем. Оружейный верстак. Давайте посмотрим, как это интересно. Итак, у нас гладкоствольный пистолет. 10-миллиметровый пистолет. Укороченный. У 38-миллиметрового... Нет, 30... Так, 10... Что мы можем сделать для него? Короткий ствол. Штатная рука. Меню модификации. Так, давайте. Нет, ну... Что нам даст? Так, штатная рукоятка. Давайте посмотрим. Так, стандартный ресивер. Тяжелый ресивер. Не, у нас есть что-то, по-моему. Крепленный ресивер. Что дает? Дает вес, тяжелый ресивер. Не, зачем нам сейчас усиливать этот пистолет, если... Если, смотрите, если у нас, например, на урон... На урон, если у нас другой пистолет имеет... больше имеет больше урона, да, вот так. Так, пружина, сталь. А у нас в смысле нету деталей. То есть сколько? А вот так. Первая цифра сколько нужно, а вторая цифра сколько у нас есть. Естественно, у нас ни хрена нет. Так, а что у нас с гладкоствольным пистолетом? Это какой-то он страшный, гладкоствольный пистолет. Все-таки урон от нашего малого пистолета, он получше. Длинный ствол. Увеличивает дальность. О, увеличивает дальность. Болт 12, клей 3, сталь 21. Фу. Так, сделать длинный ствол, клей, изолента 2, клей 2. Так, настольный вентилятор. А, мы можем достать из него, из настольного вентилятора, древний глобус, болт и сталь. Давайте сделаем. Все, у нас длинный ствол. Да, вот он появился. У нас же два пистолета было. Поэтому теперь мы можем пользоваться именно вот этим стволом. Пистолетом с удлиненным. С удлиненным стволом. Так, нет надольной насадки. Штатный прицел. Нет, нам не надо штатный. Что там прицел? Удобная рукоятка, что нам дает? Меткость. Повышается меткость и цена чуть-чуть. Так, изолента, пишущие машинки, мы берем болты, дерево, клей, ну давайте. Слушай, так надо все собирать, ё-моё. Все, у нас удобная рукоятка. У нас удобная рукоятка теперь пистолета. Повышается дальность. О-о-о, видели? Вон там кто-то ползает. Так, верстак для... Так, нет разного. Изолирующая обшивка, обработанная обшивка, прочная обшивка, защитный слой. Прикольно. Можно, то есть, можно комбинезоны и броньку улучшать. Так, здесь понятно. То есть, слушайте, теперь мы берем, получается, весь хлам и из него уже создаем определенные вещи. Другие. То есть, он сам достает болты, прочую хренотень. Значит, надо брать. Здесь радио играет.
Прикольно. Так, дверь холодильника, понятно, мы здесь уже смотрели. Хотя сталь... Подожди, сталь может быть и в старой масленке, в той же самой, да? Давайте посмотрим на историю хлама. На историю хлама. Вот, видите, коробка сигар, стекловолокно, текстиль, сталь 3, дерево, вот, все верно. У нас еще остались шестеренки, болты, сталь от вентилятора, отвертка. Слушай, здорово. Значит, все эти вещи, то, что мы находим, они дают нам материалы, которых мы впоследствии будем делать. Даже не то, что впоследствии, а очень даже почти сразу. Так, мы стояли здесь, а летал кто-то здесь. Крыло 49. Давай. С крыла, с этого. По крылу выстрел, выстрел по крылу, и дутень падает, я слышу. Я слышу шум. Где-то еще один должен быть. Мне кажется, в комнате. Оу, йоу. Блин. Отлично. Да. Неожиданно оказались дутни. Выстиранное кремовое платье. Это ткань. Текстиль или как там это называется? Лампа. Ладно, я думаю, поначалу из хлама, пока мы не перегружены сильно. Пластиковая тыква. Ручная машинка, погремушка. Да, я думаю, здесь пока все начинается только. Сложный американский флаг. Текстиль. Кресло. Так, 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 так. Что по холодильнику? Ничего. Видно, их только так как накрыло, так что они... Блин. Так накрыло, что они ничего не успели сделать. Так, здесь дом заваленный. Почтовый ящик, ничего. Так, дикий мутафрукт. А, вот какие-то мутафрукты. Я их, правда, не вижу, но я их забираю. Подвал. Ну, давайте обследуем городок и... Так, во-первых, надо сохраниться. Очищенная вода, горел матрас. Спать? Нет, 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 нет. Готовый завтрак. По-любому, Солбери стейк. Так, алюминиевая банка. Золотой слиток, обалдеть. Пюре быстрого приготовления. Короче, берем все. Обалдеть, серебряная вилка. Как и нам... сейчас с сейфом разберемся. Смотрите-ка. Золотой слиток, банки. Я думаю, сейчас в наше время нужно все. Ну, по крайней мере... Так, лопата. С лопатой мы имеем дерево и еще что-то. Мы сможем... Алюминиевая банка. Алюминиевая банка что нам дает? Алюминий 2. Угу, все, понял. Радикс, мензурка. Так, обгорелая рекламная жестяная банка. Давайте посмотрим, что дает нам жестяная банка. Сталь 2. Из трех
А, из одной, значит, банки сталь 2, да? А бутылка пива дает стекло. Так, золотой слиток дает золото. Игрушечная машинка, дерево. Так, бутылку пива я посмотрел, да? Ну, короче, да, все нужно вот так-то. Радио включать не будем, а то сейчас будет хаос. Свинина с бобами. Ее с ними надо что-то делать, чтобы они... Lock's really strong. Слишком сложный, ё-моё. А где же... Подожди, а как я буду открывать? Так. Как я буду открывать сейфы? А, вот. У вас быстрые руки и ловкие пальцы. Карманные кражи становятся в два раза... 25 легче. Карманные кражи. А где у нас сейфы? Лазутчик. Я просто смотрю, где сейф. Хакер. Взламывать средние замки. Необходимо. Так, необходимо восприятие 4. Восприятие 4 у нас есть. Но чтобы это сделать, нам нужно уровень 7 персонажа. Так, ночное существо. Так. А что у нас тогда? Средние замки. А, вот взломы сложные, очень сложные. Шпильки никогда не ломаются при взломе замков. Ну, это, ребята, надолго. Надо запомнить, что здесь есть сейф. Так. А, вот, задание вернуться домой. 50% это что значит? Не знаю, что это значит. Убежище. Лаборатория Cambridge Polymer. Вы еще не были в этом месте, поставить метку. Нифига себе. Cambridge Polymer. Нифига себе, откуда я узнал об этом заводе? Ладно, погнали. Тут вообще все непросто. Как сказал один видеоблогер, сейчас, говорит, весь интернет забит Fallout'ом. Но мы еще посмотрим, кто в нем останется. Кто останется в Fallout'е через пару недель. Да, и судя по волне критики, которая проходит по Fallout'у. Патрон, коктейль, гладкоствольный. Отлично. Чтобы бросить гранату или мину, выберите ее в меню пип-бой, зажмите кнопку Alt. И затем отпустите ее. Нажмите. Так. А, мы ее. Так, как же это сделать-то? Z сортировать. Так, да? Сортировка по тому, что у нас есть. Ну что ж, здорово. Так. Q избранная. На всякий случай, да? О, прикольно. Смотри, 1, 2, 3, 4, 5, 6 оружия. Лечение. 7, 8, 9, 0. Равно плюс, да? Четверка, значит, у нас пистолет. Вообще пистолет. Поставим коктейль сюда. А, удобный пистолет мы поставим. Давайте на первую функцию. Вот все, теперь я уже потихоньку начинаю ориентироваться. Так, где у нас? А, вот так. Как бросить-то, ё-моё.
он быстро стреляет. Да. Пока не ясно. Ну ладно, давайте пойдем ближе к дому. Так, где там наш дом родимый? 50 метров. Сейчас сориентируюсь. Где-то здесь же он. Да ё-моё. Вот разнос, он по-любому или пластик. Предмет взят, да. Разнос или пластик, или железо. Опа, золотые часы. Конечно, забираем. Давайте по-быстрому пробежимся, что-то мы тут ходим. Я понимаю, что серебряные карманные часы. Какой-то часовщик здесь обитал. Так, здесь я был. Сейчас пробежимся. Так, это я уже взял. Коробка сигар, кстати, прикольная тема. Телевизор. Его бы разобрать на запчасти, телевизор. Но, видимо, чтобы разбирать эти вещи, нам нужно... Блин, туман опускается. Сколько времени-то? Все ясно. Ой, блин, не то нажал. Да ё-моё. Еще одна тварь. Да ё-моё, надо было действительно стрелять по несколько патронов. О, железа дутня. Не забирал я её, кстати, в прошлый раз. Ё-моё. Да, все верно. Ох, 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 ох. Так, это еще не мой дом, да? Совсем. Так, я не запутался ли случайно, а? Эй! Во-во-во, огнетушитель. По-любому в нем много железа, которое мы сможем использовать. Так, ну что, где мой дом-то? Вот это же мой дом? Нет. Тостер. Синина с бобами. Ладно, заберем. Проклятый дусень. Жвачка. Ну, жвачку тоже не пожуешь, она все-таки радиоактивная, это выпадут зубы или еще что. Отвалится еще. Или еще что отвалится. О, блин, вон киборг. А, это мой дом, кстати. Крышка. Солонка. Хлебница. Да. Маленькая бутылочка с соской, дверь холодильника. И взял бутылку из-под молока. Сложный американский флаг. Наверное, он нам пригодится все-таки. О, топливо для мастера-помощника. Наушники, сушилка. Ага. В сушилке лежали наушники. Я понял, что походу с роботом надо будет гремушка, все используем. А, колыбель. Я иду, дружище. Да. Синяя настольная лампа. Это провода, шестеренки. То, что нам нужно. Ё-моё, моя спальня. Разгромленный шкаф. Комод. Ничего. Все разбомблено. Ну, это была ядерный удар. А здесь мы начинали, да? Возле этого зеркала. Ну, здорово, братиш. Я не верю своим глазам. Это правда вы? Да, да, да. Так, все погибло, ты все еще здесь. Что случилось? Что осталось с миром? Эй, а где там за текстурами? С миром, сэр. Ну, наш герань по-прежнему самая красивая Sanctuary Hills, а в остальном, боюсь, здесь царит смертельная скука.
Но теперь жизнь станет куда интереснее, ведь вы с супругой вернулись. А где, кстати, ваша дрожащая половина? Где, где грохнули ее, братиш? They killed her. Да, мы ее, говорит, убили. Сэр, вы говорите ужасные вещи, я полагаю, вам нужно отвлечься. Да, отвлечься, это вас успокоит. Или таким голосом надо переводить. Мы давно не устраивали развлечения для всей семьи. Может, играем в шашки или в нарды, что он так любит эту игру. А он с вами? Как лучше. Или вот так. Так, ты не видел Гершона? Его похитили, ты чё? Been kidnapped. John was kidnapped. I'm going to find him. Я его найду и верну своего I'm сына. I'm going to get my son back. Такие очки. Нам было негра взять. Все хуже, чем я думал. У вас, наверное, паранойя из-за голода, боюсь, такое вполне возможно. После 200 лет недоедания. 200 лет я лежал. 200 лет? Ты что, шутишь? На самом деле, чуть больше 210, сэр, плюс-минус несколько месяцев. Нужно еще учитывать вращение Земли и то, что мой старенький хронометр иногда барахлит. Это значит, что вы на 2 столетия опоздали на ужин. Ха-ха-ха! Приготовить вам что-нибудь перекусить. Вы, наверное, проголодались. Давай. Порой собеседник пытается утаить от вас информацию или крышки. Вы можете пытаться убедить его, поделиться с вами. Так, цвет показывает, насколько сложно убедить собеседника. Желтый легко, оранжевый, средний, красный сложно. Сейчас он что-то забодяжит. Чтобы повысить шанс успешного убеждения, увеличите свой параметр. Все-таки крышки — это валюта, ребят. А, крышка от соусницы — это, наверное, типа золотого слитка. Держите, сэр. Знаете, я подумал, возможно, ваши близкие просто прячутся от красной угрозы. Еще красные угрозы. Ну как же, от коммунистов, от русских и китайцев. Сомневаюсь, они погибли, братан. Котсворт, дружище, я думаю, коммунистов уже можно не бояться. У меня идея, давайте вместе пройдемся по округе, поищем его. В конце концов, ваша супруга и Шон, они моя семья тоже. Так, желтенький, смотри. Котсворт, ты уверен, что с тобой все в порядке? Чуть пожелтее, да, надпись? Новый уровень, отлично. О, сэр, это было ужасно. 2 столетия мне не с кем было поговорить, некому служить. Мы получаем все это время усиленный опыт, вы заметили? Первый десяток лет я занимался тем, что пытался сохранить в чистоте пол, но ядерные осадки из паркета не выведешь ничем, просто ничем. А уж до чего бессмысленно затея вытирать пыль обрушившимся доме, обрушившимся. И машина. Какой смысл полировать ржавчину? Ну, конечно, 200 лет все проржавело в хлам. Так, давай-ка, что тебе известно? Боюсь, я ничего не знаю, сэр. Началась бомбежка, и вы все покинули дом в такой спешке. Я был уверен, что вся ваша семья погибла. Уже темнеет, кстати. Боюсь, я ничего не знаю. Правда, я нашел эту голографическую запись. Вероятно, ваш супруг хотел вам ее вручить в качестве сюрприза, но затем случилось все то, что случилось. Врубай давай. Ну, хоть что-то давай. Пусть послужит вам напоминанием, сэр, напоминанием о более счастливых временах. Может, на месте осмотреть окрестности, вдруг ваш супруг ушел все еще где-то здесь. То есть, что ты докопался? Что-нибудь опасное? А, все как обычно, доставучие собаки и москиты, не более того. Прикажете разведать местность? Конечно. Сейчас, давай, работай. I don't know, Cosworth. Что хотите сказать? Они в самом деле пропали, сэр? Конечно, пропали. Так, что теперь? Ничего. Трата времени. Sean's out there, Cosworth. Шон жив, надо его найти. Иди ищи. А может, Конкорд, сэр,
Там много людей, но когда в прошлый раз туда заглянул, они всего лишь несколько раз поколотили меня палками. Конкорд. Конкорде остались живые люди? Да, хотя они довольно грубого нрава, мы выполним всю дорогу. Нужно перейти по южному мостику и миновать заправочную станцию. Так. Я останусь здесь, и что он будет строить? Чё ты будешь строить? Понятно. Ну, вообще-то... Критический... Вы нашли выпуск журнала Грогнак Варвар. Критический удар без оружия и холодным оружием наносит на 5% больше урона. Критический удар без оружия и холодным оружием наносит на 5%. Смотрите, какой варвар. Ага. Превосходно. Так, настольная лампа нам понадобится. Надо выключить радио. Я подозреваю. Все-таки ночь наступила. Так. А, я повысил что-то. Вот, уже что-то можно повысить. Карманные кражи. Плюс 10 к сопротивляемости урона. А, вот, мы можем двинуть. Либо повысить звезды в первом уровне, либо открыть что-нибудь новое. Вы научились искать сокровища пустоши, и теперь будете находить больше крышек в ящиках. Больше крышек в ящиках. Не автоматический пистолет на 20% больше урона. Пусть вас направит сила. Ближайшие цели отображаются в вас. Цены торговцев стали выгоднее. Ха, кражи. Удары кулаками наносят 20% больше урона. Давайте что-нибудь на деньги, что ли. Давайте. А то у нас вообще ни хрена нет. Ай, надо выключить радио. Да, после разговора с нашим домашним роботом мы повысили навык на один уровень. Несчастный один уровень. Конкорд. Давайте посмотрим на карту. Стоянка грузовиков, красная ракета. Осмотреть Конкорд. Ну давай сначала дойдем до ракеты. Так, это вот что такое? Так, вас не видят. Что он там делает? Замостить подъездную дорожку? Говорит, не сразу смогу. Урна для мусора, катушка силового реле, мешок цемента. Да, это просто прекрасно. Ха, цемент сколько весит? 50 килограмм? Так. Ну-ка, инвентарь. Так, разная помощь. Так, разная. Обгоревший рекламный журнал. Привет, зайка. X осмотреть. Хм. Привет, зайка, это что такое? Понял. Так, хлам, мне интересно, мешок цемента сколько весит? Вес 8. Мы уже набрали половину веса нашего инвентаря. О, а вот тут уже начинаются рейдеры.
Начинаются рейдеры, и у них есть стимулятор гладкоствольный. Костюм бродяги мне не нужен. Собачатина. Возьмем ломик. Возьмем ломик. Мы сейчас какой-нибудь забодяжим какой-нибудь. А, погодите, а можно ли разбирать эти? Хлам разбирать. Осмотр компонентов С. С. Просмотр компонентов. Осмотр предмета. А, вот. А, вот все, что... А, все, понял. Смотрите, у нас, значит, есть в виде хлама, а в виде... Или есть в виде предметов. Вот что. Вот так. Все, в виде хлама, в виде предметов. Все, отлично. Понял, доктор. Красная ракета. Время сколько? Время. А где показывает время? Карта. А, 9 вечера. Да еще даже не ночь. Поздороваться с собакой. Так, смотрите, опыт. Hey, boy. Здорово, братиш. Что делаешь? Хозяин, шавка, пойдем, ты как? You seem like an okay guy. Ну, отлично, okay, барбос. Then. Let's stick together. Отлично. Hey. Говорить. How you doing, buddy? Принеси, проехали, трюки. Отпусти, что за трюки? Hey, boy. You know any tricks? Ну-ка, давай. Нажмите тап, чтобы переставать. Wait there. Come on. Over here. Иди сюда, да? Hold position. Hold position. Moving out. Выдвигаемся. Так, давай еще раз с барбосом поговорим. Обмен. А, можно на собаку повесить, да? Хо-хо-хо. Прикольно, слушай. Можно мешок цемента на ей отдать? Давай мешок цемента, может, ей дадим. Уж очень он сильно много весит. И сколько собака потянет? Ладно, пусть тащит мешок цемента. Итак, мы на станции. Heads up. Heads up. Так, ну-ка. How you doing? Ё-моё. Да по нам тут стреляют. Засада. Хе-хе. Я думал, это засада огнестрельная. Шкура, мясо. Зубы. Так, барбос. Look alive. Move here. Да что ты? Ай, блин, собаки попал. Давай сюда свое имущество. Гниды. Пошли-ка зайдем в нормальное помещение. Выключить радио. Оружейный верстак и...
И вопрос стоит в том, нужно ли нам в оружейном верстаке сейчас что-нибудь. Я закрыл дверь. Ты где? А, вот. Все, барбос тут. Сундук с инструментами. Гладкоствольная изолента. Серебряный медальон. Скипидар. Комбинированный ключ. Стимулятор. Разводной. Пепельница. Наверное, из пепельницы тоже что-то можно сделать. Мастерская. Мастерская позволяет строить, изменять и сносить ближайшие объекты и структуры. Для просмотра вариантов используйте кнопки. Нажмите стрелку вверх, чтобы найти объект или структуру, которую хотите построить. Если выбранный предмет выделен зеленым цветом, нажмите И, чтобы построить его. Если он выделен красным, измените его и свое местоположение таким образом, чтобы цвет изменился на зеленый. Для создания объектов в мастерской требуются компоненты. При строительстве компоненты будут автоматически взяты из хлама в ваших предметах или в мастерской. Так. Мебель, украшения, питание, оборона, магазины, создание предметов. Верстак для создания брони. Плита, пункт приготовления пищи, пункт приготовления пищи 3. Химлаборатория. Так, все, потихоньку понимаю. Так. Магазины, торговец, магазин, броня. Вот. То есть можно серьезный здесь магазин сделать. Оборонка, сторожевые посты, турели, оборона, ловушки. Нет. А, еще они распределяются. Так, а магазины, получается. Броня и еще распределение. Броня. Коллекционер, местный лидер. Необходим уровень 2. Крышки 500 для начальной, стойка с доспехом, магазин брони и магазин брони тяжелый. Необходим уровень 2, местный лидер, коллекционер крышек. Неплохо. Бронька, оружие, плита и напитки. Короче, местный лидер нужно везде. Так, с этим понятно. Структуры давайте посмотрим. Так, структура дерева, металл, двери, заборы. Структура разная. Шест с шипами. Понял. Так, структура дерева, модульные дома. Так, модульные дома. Коридор, конец коридора. Обалдеть. Маленькая хижина, большая хижина, требуется дерево, сталь, 70. Полы, стены, крыши, лестница разная. Лестницы тоже бывают разные здесь. Это что такое? Мост. Так, все, понял. Да, тут, короче, стройка. Ну ладно, со стройкой понятно. Чтобы открыть меню мастерской, держите В, находясь в рабочей зоне. А, вот, все, понял. Удерживайте В, чтобы открыть меню верстака. Ну, здесь мы уже были. Оружейный верстак. Огнетушитель, кстати, возьмем. Так, стойка для журналов Boston Bugle. Давай деньги. Что, бумага? Кофейник, кружки, тарелки. Так. Тут есть несколько журналов. Вентилятор нам тоже пригодится. Может быть, мы сможем что-нибудь замутить с пистолетом с нашим. Так. У нас длинный ствол уже есть.
штатный магазин. Но большой магазин не хватает. Замедление перезарядки, штатный прицел. Длинный ствол. Так, вот здесь можно что-то устроить с ресивером. Легкий ресивер. Урон 18. Укрепленный ресивер. Смотрите, как прикольно. Вес добавляет. А, уменьшает вес, цену и делает, создает нам дополнительный урон. Ну давайте его сделаем. Вот он берет из наших зажигалка, сталь, масло, настольный вентилятор, пустая масленка, изолента. Все, теперь мы удобный укрепленный пистолет. Да, пистолет по-любому у нас уже круче, чем был. Хлам жалеть не будем. Так. Бутылки. Так, химлаборатория. Что нам дает? Граната. Шприц, кровопуск, лечение, стимулятор. Что нам нужно? А, вот у нас есть пакет крови, стали, антисептик. Пакет крови из скипидара. Возьмем антисептик. Да возьмем, да, сделаем антисептик. Все, пакет крови закончился. Мины. Смазочная охлаждающая жидкость. А что за шприц, кровопуск? Наносит 30 единиц урона в течение 10 секунд. Нет, не будем этим заниматься сейчас. Автомат по продаже молока. Так, ну что, погнали дальше. У нас станция. Мне вот этот вот крысиный яд. Мне кажется, я вот эта стойка. Станция обслуживания брони. Вы не можете использовать этот пункт создания модификации, пока не найдете силовую броню. Понял? То есть, в принципе, рядом с домом у нас тут есть. У нас есть чем здесь заняться. Дверь надо закрыть. Чтоб твари не набежали. Хотя, конечно, стекол нет, они могут и так забежать. Так, давайте глянем на карту и все-таки пойдем к Конкорду, да? А, вон он, Конкорд. Четыре опыта. Ну что, получится у нас пострелять-то в этой серии? Пока тишина, да? Двери закрыты. Небо. Не настоящее. Ай-яй, водички-то нынче. Крышка 13, выкидной нож. Кожаная броня для туловища, холщовый капюшон. Кожаная одежда рейдера. Давайте-ка посмотрим на предмет одежды. Так, вот мы что имеем.
Сейчас комбинезон убежище. Так, сопротивление урону. А здесь типа бронька, да? Броня для туловища. А, она дополнительная, да? Холщовый капюшон. Посмотрим, как я теперь выгляжу. Ну что ж, неплохо. Сохранимся.